Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в вселенные суперсхваток. И начнем с открытия сундучков, конечно же. Поехали. Давайте глянем, что нам выпадет. Так, Арнольд, 60 карточек. Далее у нас Кора, 60 карточек, отлично. Так, слаймы. Ну что же, уже радует. Давай смотреть далее. Так, Котопес, 60. И Тимми Тернер, 71 карточка. Так, Томми Пиклс, 71 карточка. Ну и дальше слаймы, понятно. Давайте далее смотреть. Так, Линкольн, 60. А что у них все по стандарту, 60 до 60, так же как и Дженни. Странно как-то это все. Давай последний сундучок откроем. Так, опять Томми Пиклс нам достается. И Линкольн, тоже 60 карточек. Отлично. Ну что же, ребят, давайте, наверное, еще вот здесь вот заберем ежедневный сундук. Котопес, 75 карточек нам. И Леонардо, 87. Кора тоже 87. Отлично, ребята. Ого, слайм, аж 1070 досталось нам. Ну, это круто. Так, можно здесь забрать 340 слайма. Хорошо, ребята. Так, значит, победить в схватке, победить в режиме вызова. Надо все это сейчас, ребята, сделать. Но сначала, мне кажется, надо нам кого-то прапать. Давай-ка посмотрим. Ну, во-первых, у нас Корра, да? Легендарная. Давайте поднимем на новый уровень ее. Слушай, она очень дорого нам обходится, если честно, по слайму. Ты посмотри, я могу еще ей поднять уровень, но он будет стоить уже 1500 слаймов. Так, а что у нее по здоровью? Ну, смотрите, ребят, не так уж, конечно, много прибавляется. Я даже не знаю, стоит ли вообще это делать. Большие траты, если честно. Так, я могу, знаете что, Котопса улучшить. Ведь могу же? Да, могу. Так, он у меня получает 11 уровень. И больше пока все. Ну что же, а мы с вами, естественно, ребята, переходим в бои. И будем заполнять вот эти вот 4 доступные нам ячейки. Так, Анжелика Пиклс. Ну ладно, хорошо, так уж и быть. Будем драться именно ей. И против нас, елки-палки, только не Рокко. Танцующий крыса в данный момент против меня с героем Рокко. Ну ладно, давайте попробуем, ребятули. Что у нас из этого выйдет? Отходим. Так, поехали далее в ответочку. Отойдем. Ать, раскрылся я зря. Да чтоб тебя. Ну-ка, получи, Рокко. Ловим, ребята. Нормуль. Так, он сейчас что-нибудь будет доделать. Поехали. Или не успеет? Нет, успеет. Он может успеть, ребята. Так, ответочка, нормуль. Прям с сандалем по голове ему досталось. И, ребята, мы здесь побеждаем с вами. Так, у нас серия побед, соответственно, мы с вами зарабатываем большой супер ящик. Так, это уже радует. Неплохое начало, сразу ставим на активацию его. И, так, нет, это мне не нужно. И поехали дальше. Кто нам следующим выпадает? Ой-ой-ой-ой, певец-спутник. Джиу-джитсу. Ладно, давайте посмотрим, на что способен этот Клайд. Так, я вижу, на что, ребята, он способен. Отойдем. Так, поехали. Слушай, я, наверное, сейчас буду, ребята, его суператакой бомбить, скорее всего. Если я, конечно, смогу или успею. Так, у меня... Ах ты, гаденыш, он в броню, ребят, встал. Так, поехали, поехали, будем добивать его. Все. Ну, изи получилось здесь, на самом деле. Естественно, Анжелика у меня побеждает, и мы с вами продвигаемся далее. Кстати, мы с вами, наверное, скорее всего, сможем еще... получить один супер сундук. Хотя нет, вряд ли, там еще нужно 3 победы, да? А у нас всего лишь 2 ячейки. Но зато мы можем здесь, ребят, забрать вот такой сундучок. Так, Рокко нам достается 60 карточек. И Гир тоже 60 карточек. 104 слайма. Хм. Ладно, хорошо. Ребят, в этом сезоне у нас разыгрывается вот эта вот белка из мультика Спанч Боб. Хм. Ладно, давайте добьем, как говорится, мы все-таки эти сундучки. И здесь нам, а вот как раз и та самая белка. Я забыл, как ее величать, но сейчас мы увидим. Так, Сэнди, конечно же, ребята, Сэнди. Она на своей любимой локации играет, ну, как вы понимаете, да? Вон, Кристи Крабс этот, ресторанчик любимый. Так, тихо. Все, ватники. Ну, ребята, естественно, потому что здоровье было, как вы видите, даже 1000 у Сэнди не было. Поэтому мы ее и разобрали так быстро.
Так, сегодня нам еще надо пойти на лигу, но я не уверен, ребят, что мы можем вот такими персонажами как-то там далеко уйти. Но попытаться все равно стоит. Последний, ребят, сундук, который мы сейчас набьем, и против нас мудрый нос с персонажем опасный малый. Так, у него здоровье-то уже здесь нормально, ребят, я вам скажу. Иди ты, малый. Ты смотри, что делать, а? Так, поехали. Отлично. Ответка. Незамедлительная, ребята. Попался парнишка. Почему я, ребят... все, проиграли, да? Что ты там делаешь? Ребят, мы... Либо мы... Да, либо он. Ну, проиграли, конечно же, мы. Зря я, конечно, раскрылся и получил серию побед. Естественно, у меня отобрали сразу же с лету. Черт бы их побрал. Ладно, я все равно получу этот сундук, во что бы то ни стало. Опа-на, против нас Рафаэль. Ну что, Раф, давай. Тоже, кстати, такой толстый кабанчик, я скажу вам. Так, что он там делает? А, не успел, ребят, я хотел суператакой его бомбануть, но не вышло. Так, успокойся, пожалуйста, и хватит тут выплясывать мне. Опа, супер удар был. Поехали и мы тогда. Мы его, ребята, просто пробили, несмотря на то, что он был в блоке. Потому что здоровья у него было мало, естественно, он отдуплился. Ну что же, победа за нами, сундук мы с вами получаем. И у нас все забито получается. Сейчас проверим. Да, ребята, у нас все ячейки забиты. И, наверное, пойдемте сразу. Короче, здесь у нас два варианта. Либо мы идем с вами набивать кубки, либо мы с вами идем на испытание. Вот сюда. И что нам пройти надо? Вот именно вот эту вот главу. Давай посмотрим. Так, энергия у нас пока есть. Давай сюда перейдем. А вот дальше самое интересное. Гир, у него 1500, ребята, здоровья. Ты представляешь? Так, может быть, нам взять опасного малого? Давай попробуем, ребят. Сколько пройдем, столько пройдем. Все равно ничего не потеряем. Так, поехали. Этот жук меня всегда, ребята, раздражал. Этот гир. Так, отходим. Оп, 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 попался. Да как он, ребята, меня может бить, да я никак не могу врубиться. Вот так вот. Ну, что он там делает? Опа, вот это он меня подловил. Ну давай, иди сюда. Понятно, все. Несмотря на то, что, ребята, я стоял в блоке, он меня супер ударом своим и пробил. В общем, опасный малый у нас вышел из игры сразу же практически. Что тут? Склад заданий. Это, конечно, все хорошо, что склад заданий. Давай попробуем теперь Деннисом сыграть. Ну-ка. Это, ребята, это лишь первый персонаж, которого нам нужно одолеть, а мы его не можем. Да успокойся ты, гир. Как ты можешь пробить меня в блоке, если... Я не понимаю этого, ребят. Достал он уже. Я отхожу, встаю в блок, и все равно этот гир меня пробивает. Что за фигня, я не знаю. Так, Дэнни, ты выиграл, молодец. Но меня это не очень особо радует, потому что это только лишь первый был боец. А дальше-то что будет происходить? А дальше нас встречает Дженни. Угу. Ну давай возьмем Пиклз, так уж и быть. Все равно больше нам никого не остается взять. Так, поехали, попробуем, ребят. Ну, естественно, естественно. Так. Ответка незамедлительная. Раз, два, три. Так, стоит. Отходим. Почему же ты меня все время пробиваешь-то, а? Ага, значит... Значит, я суперударом не попал, а она, естественно, ребят, попала. Так. Да. Профукали. Профукали свою последнюю надежду. Но я вам скажу, ребята, одно. Потому что здесь персонажи, вы посмотрите, по 1500 здоровья, там по 1100. Ну, мне сюда идти бесполезно без очередного апгрейда. Понимаете, да? Дэнни тоже спекся. Ладно, проиграли так проиграли. Ничего я с этим здесь поделать не смогу. Я даже боюсь представить. Давайте убежим отсюда. Я даже боюсь представить, что там дальше нас ожидает. Поэтому самая главная задача, естественно, прокачать своих героев. Так, Леонардо выпадает мне. И Дженни. Так, слаймы. Все, все, конечно, хорошо, но мало. Маловато этого будет. Так, и нам нужно сделать последнее какое-то там задание. Это победить в схватке 3 на 3.
Это вот это, да, ребята? Ну что же, поехали, будем здесь с вами драться. Принять. Так, ну в принципе, ребят, меня здесь все устраивает. Давайте попробуем немножечко помахаться здесь. Так, Кора. Не забываем, ребят, легендарный персонаж. Поэтому шутить с ней особо здесь некогда и незачем. Да ты достала уже, серьезно, тебе говорю. Получи тогда. Раз не понимаешь по-хорошему. Ну что, отлично. Победа за нами. Блин, как же мне пройти-то этого? То испытание, а, ребят, я даже не знаю, если честно. Даже не представляю, как его пройти. Так, Зим тут у нас. Зим это тоже еще тот лопух, ребят. Опа, неплохо его, да, сейчас уморнул. Но Зим, да, он такой, ребят. Шустрый малый. Поехали. На-ка, получи. Есть. Есть. Опасный малый победил. Ну что же, неплохо. Здесь он сыграл, я вам сразу говорил. Так, следующий бой у нас. Третий, заключительный, да, получается. Оу, против Рафаэля. Дэнни против Рафаэля. Опа, ногой мне припечатал. Давай. Так, стоим. Раз, два, три. А что такое по здоровью-то мощно, ребят? Так, он сейчас стопудово будет применять супер, свой супер атаку. Наверняка. Не? Ладно, попробуем тогда так. Как ты меня пробить смог, а? Как ты меня смог пробить? Ребят, я иногда не понимаю, почему мой персонаж, когда стоит в блоке, он его может пробить. Я же не раскрывался, ничего не делал. Он все равно мне озвездюлил. Очень странно. Так, погоди, куда ты меня перекидываешь-то? Куда ты меня перекидываешь? 903, ребята, кубка. Нужно 910 для того, чтобы получить сундук. Поэтому давайте продолжать наши бои. Так, и против нас Сэнди. Ну ладно. Сэнди против Пиклз. Ну что ты стоишь тут в блоке мне? Непонятно. Оп, стоим, стоим. Ждем, когда, ребята, Сэнди будет раскрываться. Как ты так быстро уворачиваешься и потом мне обратно, видите ли, отдаешь звездюли? Ты смотри, что творит, а? Так, оп-оп-оп-оп-оп. Получи в ответочку. Нормуль. Первый бой у нас прошел идеально, можно так даже сказать. Ну что же, победушка за нами. Естественно, мы с вами уже наберем достаточное количество кубков для того, чтобы получить сундучок. А дальше посмотрим, что там будет у нас. Так, Линкольн. Ну давай, Линкольн. Ать, понял. Понял я, что ты тут делаешь. На-ка. Ты припух, парень, а? Да как он так делает? Ну-ка. Отлично. Я не понимаю, как он так, ребята, далеко прыгает-то прям. Получи, гаденыш. Достал уже, серьезно вам говорю. Так, стоим. Ага, со своим вантусом здесь, да? Смотри, у него, ребят, прыжок, блин, офигеть можно, да? Блин, ты достал уже со своим вантусом. Господи, он только из-за этого меня и победил, а? У него слишком большой длинный прыжок был. Как он так делает? Опять не могу врубиться, нифига. Своими ногами до меня достал. Так, Хефер против Дэнни. Ну, ребят, Хефер, я считаю, что не особо тут сильный персонаж. Он как и Спанч Боб. Блин. Да ты достал. На-ка, выкуси, олух. Ты посмотри, что они в последнее время начали свои суператаки применять, а, ребята? Две суператаки и все, и мы с вами сдулись. Обидно, мне лично очень обидно. Не надо мне сюда перекидывать. Так, ага, ребята, за то, что мы с вами проигрываем, у нас, кстати, кубки снимают. Вот что я только что заметил. Да, забрать сейчас все. Отлично. Все задания мы выполнили с вами, да, ребят? Все абсолютно. Поэтому продолжаем эту нашу эпопею. Может быть, конечно, стоит... Знаете что, ребята? Поменять персонажей, героев своих. Потому что мы с вами играем одной и той же тройкой уже не одну серию игр. Так. Как ты, гад, делаешь-то это с разбега? Я не могу понять. Он меня, ребята, вот только этим и раздражает. Вот серьезно говорю. Что он делает с разбега всю эту фигню? Ну, прикрывается он своим подносом там.
Ага, и простоять он, да, умудрился как-то. Поймал я его все-таки, но же не стал использовать суператаку. Я не знаю, почему обычно они при первой возможности сразу же ее используют. Но здесь он не стал этого делать. Хорошо, это его, как говорится, право. Опять Рафаэль. Что у нас в нынче? Рафаэль в моду пошел или что? Так, я не понял, что это сейчас было? Что это за дела такие? Эй, толстяк. Ну-ка, пока неплохо, ребята, идет. Так, давай его, наверное, подлавливать. Отлично, я вам скажу. Куда ты разогнался, парень? Твоя суператака как раз здесь и не помогла тебе, парнишка. Ну что же, Рафаэля мы накатили. У нас, ребята, 5 из 10 очков набрано для сундука. И Тимми Тернер против нас, которого звать почему-то здесь Клефт. Так, хорошо, давай отойдем. Мелкий шустрый. Да хорош, да пса... Ребята, без шансов. Просто без шансов, блин. Ты прикинь. Офигеть, блин. Я даже ничего не успел сделать. Просто взял, накатил и все. Ладно. Так, что у нас тут показывается, ребята? Ага, у меня 13-я позиция в данный момент. Так, собрать. Давайте, ребята, открываем с вами сундук. Ага, опять нам достается Корра и Микеланджело. 60 карточек. Ну, слаймы. Так, сколько нам нужно? 980, ребята, для того, чтобы получить 20 энергетических кристаллов. А у нас энергия есть? У нас еще есть энергия. Поэтому, ребят, я думаю, что надо сыграть. Давайте сыграем еще, наверное, с вами одну партийку, да? У нас там кто первый? Гир, Дженни и кто там еще? Я так и не понял, кто. Ну, давайте попробуем Гира сейчас накатить. Не знаю, что у нас получится, но... Да посмотри, какой шустрый говнюк. Как он свою серию ударов эту прописывает, а? Ну, раскройся. Ать! Я понял, понял тебе. Хотя бы так, ребят, хотя бы так. Раз, два, три. Раскрылся, дурила, да? Есть, наконец-то гир свое получил. Фух, с замиранием сердца, ребят, я дрался с ним, если честно. Потому что я знаю, на что он способен. Так, и у нас, ребята, следующий бой. Кто против нас там будет? Дженни, конечно же, Дженни. И против нее опасный малый. Ну, хорош. Отходим, ребята. Продолжаем мутузить. Опс, поймала, да, все-таки? Ну-ка, ответный удар. Причем незамедлительно. Давай, иди сюда, лохмандейка. Отлично, ребята, красота. Что ты там делаешь? Ответочка. Very nice. Ну что же, Дженни тоже пала у нас тут. И все замечательно. Так, ребят, 118 слаймов получаем. И давайте следующий, заключительный бой, наверное, да? Так, Линкольн, блин, как ты меня раздражаешь, а? Как ты меня, Линкольн, тут раздражаешь? Вот серьезно говорю. Да как ты... Как ты так... Длинноногая козявка, а? Я вообще-то хотел первую нажать, ребят, на суперудар. Но у меня ничего не вышло. Ну? Может быть, все-таки получится? Пробил я его все-таки. Ребята, вот это было по красоте, согласитесь. Я думал, проиграем, но ничего подобного. Мы выиграли с вами. Так, а у нас еще будет, интересно, энергии или нет? Так, откуда? С 13-го, ребята, на 7-ю позицию я переметнулся. И у нас еще есть с вами 5 энергии. Это же круто. Это круто, потому что мы с вами заработаем, по-моему, на сундук. Ведь так? Так, у нас здесь Хефер, Сэнди и маленький братик Пиклс, да? Ну ладно. Главное здесь не проиграть, ребята, ни одной схватки. Тогда все будет окей. Ну что ты, что? Что это вообще за персонаж такой, а? Вот этот вот недокорова какая-то. Или кто это такой, ребят? Так, у него 4... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, попал. Ну ладно, хорошо, ловим, ребят, вот. Иди отсюда. Губошлеп. Мешается только нам здесь. Ну что же, первую победу мы с вами одолели.
Так, 112 слаймов. Да, ребята, еще одну победушку, и мы с вами откроем супер сундук. Так, Сэнди и опасный малый. Поехали. Да хорош ты, белка, уже. Вот лопухина, а. Так, отойдем. Накатываем. Отходим. Да ну, завязывай, блин. Вот так вот. Так, ребята, последняя серия ударов. Я! С коленки, прям в бубен ей. Нормуль, я вам скажу, опасный малый, все. Все сделал как надо. 71 слайм, почему-то мало как-то дали. Ну что, ребят, давайте, наверное... А, я сейчас не... А, нет, могу, могу открыть сундук. Давайте посмотрим, что нам из него выпадет. Где он? Вот он. Турнирный сундук. Так, Микеланджело, 101 карточка. Это неплохо, кстати. Котопёс, 71 карточка. И 405 слаймов. О, 12 алмазов. Ну что, ребята, у нас еще одна, по-моему, попытка, да? Один бой мы с вами не добили здесь. Против Томми Пиклз будет драться у меня Дэнни Призрак. Ну что ж, давай посмотрим. Стоим, ребята. Тут лучше... А, зачем раскрылся не вовремя немножко? Да завязывай тут! И он в блок встал, ребят. Погремушкой своей, говнюк, а? Не, по-моему, тут, ребята, мы спеклись. Да, какой-то он мелкий, шустрый, он меня раздражает, если честно. Пим-пим-пим-пим, прыгает. Хорошо, ладно. Дэнни у нас призрак, сам по себе слабый персонаж. Он нифига не прокачанный, поэтому ему, как говорится, суждено было проиграть. И, ребята, я перемещаюсь на шестую позицию. Ну и что же мы еще можем сегодня сделать? Ничего, энергии у нас, к сожалению, больше нету. Сундуки у нас с вами забиты, поэтому мы можем просто с вами... апгрейдится. И кто у нас тут на... Вот, ребята. Котопес может получить следующий уровень. 12-й. Слушай, ну это неплохо. 12-й уровень. Он по здоровью... Да, он по здоровью, ребята, переплевывает уже Дэнни Призрака. Поэтому можно будет его потом ставить на его место. Так, давай посмотрим, что у нас здесь еще происходит. Эти все слабенькие. Новинка, это все понятно. Микеланджело. Конечно, хотелось бы, ребята, его прокачать по полной программе. Но он дорогой, гаденыш. Он очень дорого мне обходится, ребята. 1600 слайма требуется для того, чтобы поднять его на следующий уровень. А я так понимаю, я его могу прокачать до 8 уровня, да? Даже до 9, наверное, хватит. А сколько он будет по этому? 13 тысяч слаймов. Ты представляешь, чтобы новое звание ему дать? 13 тысяч слайма. Это копить надо очень-очень много и долго, ребята. Ну что же, давайте мы тогда будем, наверное, закругляться с вами на этом, да? Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока и удачи. До новых видосиков.